Привет, дорогие телезрители, настоящие фанаты компьютерных игр. Как вы уже догадались, в эфире программа «Мир Дэнди». Сегодня мы не будем придерживаться строго определенной темы и побываем в волшебной стране Warner Brothers, побродим по городу будущего Mega City One, а также вы узнаете еще об одной стратегической игре, которых так мало на Panasonic 3DO. И если вы сейчас не выключите свой телевизор или не переключите его на другой канал, то вы узнаете много чего интересного. Итак, смотрите нашу программу. Я надеюсь, вы смотрели знаменитый американский мультфильм «Флинстоуны». Тогда эта игра для вас. Вооружимся же дубинками. Или лучше джойстиками. И отправимся в тот самый мир. Мир дальнего прошлого. Итак, «Флинстоуны 2». Жила-была в доисторическом периоде семейка Флинстоунов. Жила себе спокойно, до тех пор, пока у Фреда и Вильмы Флинстоунов не похитили дочь Пеблс. Та же участь постигла друзей и соседей Флинстоунов, семью Раблс, у которых похитили сына Бэм-Бэма, не спутайте с Бэм-Бэм Бигглом. И, конечно же, Фред Флинстоун и Барни Раблс отправились спасать своих детей. Вашим героем является Фред Флинстоун, но он не одинок. В благородной миссии по спасению своих детей ему помогает Барни Раблс, ведь его сына тоже похитили. Вы идете, управляете Фредом и убиваете с помощью дубинки всех динозавров, черепах и ворон. А если хотите поуправлять Барни, нажмите просто на джойстике селек. Но в вооружении у Барни не дубина, а мощная рогатка. Отличие между Фредом и Барни в том, что Фред может зацепляться за выступы, а Барни ползать по веревкам. Где только не побывают наши герои, и придется им побегать по родному городу, оказаться в замке злой колдуньи и даже в жерле вулкана, где вы не только подеретесь с боссом Дино Кроком, но и поубегаете от самого новейшего изобретения – колеса. Кроме этого, вам придется опробовать новейшие виды транспорта – это тележка, доска для серфинга и птеродактиль, который используется как самолет. Также во время игры, в некоторых уровнях, вы сможете поиграть в спортивные игры. Это хоккей, футбол и так далее. Напоследок скажу только одно. Ябадабаду! После борьбы с динозаврами от меня осталась только одна голова. Именно поэтому мы переходим к более мирным играм, потому что ее мне не хочется терять. И этой игрой будет Tiny Toon 2 – каникулы зверей. Tiny Toon 2. Все, наверное, смотрели мультфильм «Каникулы зверей» и знают о похождениях сумасшедшего кролика Тини. Но здесь разборки намного серьезнее, ведь действиями управляют не аниматоры, а вы со своим верным приятелем Геймбоем. Сначала действие разворачивается на Диком Западе, среди черепов коров, кучи ковбоев и ворон. Затем предстоит поездить на поезде и сразиться с Баксом на лошадях. Кролик может разгоняться, при этом намного ускоряя свой ход. В игре присутствуют пароли, с помощью которых значительно легче проходить ее. Приложите максимум усилий для того, чтобы добраться до конца, где вас поджидает похищенная подруга. Ты в школе, в дороге, на работе или отдыхе? Тогда геймбой! Карманный! Со сменными картриджами, в которых сотни твоих любимых героев! Геймбой никогда не надоест! Геймбой всегда с тобой! И, наконец, мы добрались до приставочки Sega Mega... Точно, мы добрались до приставки Sega Mega Drive 2. И еще мы добрались до Super Nintendo. Вы спросите, как-то две совершенно разные приставки могут быть вместе? А я вам отвечу. Сегодня вы узнаете об игре, которая реализована одновременно на этих двух приставках.
И называется она «Судья Дредд». Мега Сити Ван, 21 век. Новый уход жизни. Глобальное разрушение и некомпетентность старой системы правосудия требовали создания новой полиции, которая имела бы достаточную силу, мощь и полномочия для управления ситуацией в огромных городах Земли. Это было необходимо, и люди решили эту проблему, соединив в одной службе полицейских, присяжных и обвинителей, которые распоряжались жизнями людей по своим законам. Их звали судьи. Они отлавливали преступников, на месте выносили им приговор и сразу же приводили его в исполнение. Нарушил статью 3.443, уничтожение частной собственности, статья 3.343, нелегальное хранение оружия, статья 3.233, сопротивление при аресте, 20 лет. Спасибо, судья Херши. И статья 75.14, убийство первой степени, судебное правосудие. Небось пожизненное. Игра начинается в мегагороде, где разразилась очередная война между кварталами, и судья Дредд берется за выполнение этого задания. Он молод, полон сил и решительности. Одно его имя бросает в дрожь одних и вызывает приступы ярости у других бандитов. Естественно, по ходу игры вы сталкиваетесь именно со второй категорией. Но Дредд не безоружен. В его распоряжении огромный арсенал всевозможных лазеров, гранат, ракет, пулеметов и прочего вооружения. Кроме этого, у судьи есть еще несколько средств уничтожения. Это его собственные руки, ноги и голова. Да-да, именно голова. Своим шлемом Дредд пробивает даже железобетонные перегородки. И надолго, я бы сказал, даже слишком надолго успокаивает своих противников. Матерь Божья! Пулеметный огонь, пулеметный огонь. Armor piercing. Добавочная мощность. Двойной ствол. Ну и конечно же, в игре присутствуют коды. Как же без них? Ведь предстоит пройти 27 огромных уровней. Между прочим, код просто так не дают. Нужно найти магнитную карточку, которая хорошо спрятана, да к тому же и находится не на каждом уровне. Где только не побывает Дредд. После уличных потасовок он отправляется в тюрьму Аспен, в пустыню. И наконец, найдя на базе Joystick One IGD Crystal, с помощью его перемещается во внешний мир и разбирается с источником зла, судьей смерти, главным боссом игры. Кстати о боссах, вот где вам придется помучиться. Ведь боссы, как известно, парни сильные и не убиваются с первого удара. Ах да, забыл сказать, что те, кто любит быстро, как говорится, на халяву пробегать уровни, многого этим не добьются, так как в каждом этапе предстоит выполнить определенную миссию. Если в первом уровне нужно убрать 12 преступников и 28 чуков с оружием, то в 14 уровне уничтожить 12 АБЦ-роботов, 28 амазонок, 25 камер клонирования. Если вдруг ваш противник поднял руки и сдался, не удивляйтесь. Просто подойдите к нему и арестуйте. Игры на Sega и Super Nintendo отличаются немногим. Только графикой. На Nintendo она более четкая и яркая. К тому же, на Nintendo добавился новый уровень, которого не было на Sega. Это полет на мотоцикле. Быстрее!
Одним словом, заряжать свой пистолет и вперед. Нести закон. To survive in Mega City 1, you need serious self-defense. If you go out, carry a lawgiver, drive a safe vehicle, and definitely do not talk to strangers. In this town, there is only one law and one man to enforce it. To get the job, you must be judge, jury, and executioner. Only then will you know the meaning of Dread. Judge Dread the video game, coming June 16th, 1995 AD. Когда-нибудь ездили на боевом танке? Нет? Ну, на бронетранспортере тоже нет. Ну, а хотя бы на джипе вы ездили? И на джипе вы не ездили. Ну, раз вы не ездили на джипе, значит, вы не летали на вертолете. Так вот, прекрасную возможность вам дает игрушка Return Fire на Panasonic 3DO. Вы воочию сможете испытать все виды боевой техники. Итак, Return Fire. Прежде чем начать описание этой игры, следует сразу заметить, что эта игрушка относится к добротным стратегическим боевикам. Вы попадаете на место боевых действий, где задачей является уничтожение вражеской техники и захват флага, который находится в главном штабу, и до него очень-очень трудно добраться. На вооружении у противника, как и у вас, всего 4 вида боевой техники. Это джип, танк, бронетранспортер и вертолет. В начале игры вы можете выбрать наиболее любимый вид боевой техники. Как я уже говорил, вашей задачей является уничтожение вражеской техники и захват флага. Так вот, когда вы разберетесь со своими противниками и найдете флаг, вы сможете погонять на скоростном джипе, который может плавать. Но у него очень-очень слабая броня. В этой игре вы должны собрать воедино ум, сноровку и стратегические способности. И мой вам совет – не вылетайте за границы зоны действий. Особый кайф составляет игра вдвоем, а звуковое сопровождение просто великолепное. В общем, игрушка Return Fire имеет одни плюсы. Но ведь минусом назвать нельзя то, что в этой игре присутствует русский язык. Да-да, описание боевого задания на русском языке. Так что это, на мой взгляд, это наилучшая стратегическая игра на Panasonic 3DO. А теперь традиционная рубрика «Хелп». Но вести ее будет не Хелпман, а глава профессора Хелпмана. Так как у меня осталась одна глава, мне было время над чем подумать, что будет в этой рубрике «Хелп». И я решил, пусть секреты будут на всех приставках. Дэнди, Сега, Нинтендо и даже Панасоник. Начнем мы с Дэнди и игры «Флинстоны 2». Игра «Флинстоны 2». Во время игры нажмите вверх «Старт» одновременно, и вы пополните энергию и все жизни. Фаталити вертиго. Зажать Y, B, назад, назад, назад. Зажать A, B, Y, X, вперед, вперед. Donkey Kong Country. Во время заставки нажмите вниз Y, вниз, вниз Y. Вы попадете в секретную комнату, где сможете сыграть во все призовые уровни. Игра вдвоем с произвольным переключением управления. На экране Select Game переместите курсор на пункт Erase Game и нажмите B, A, вниз, B, вверх, вниз, вниз, Y, A. Теперь начинайте игру и на любом джойстике сможете переключить управление, нажав на Select.
Dragon Slayer. Во время заставки нажмите вверх, вниз, влево, вправо три раза, а затем ABC, ABC, CBA, CBA. Вы получите бесконечные жизни. Ты был хорошим человеком. Ладно, Дима, не расстраивайся, все у тебя получится. Димка, лапку, друг человека, пока. Ну что, на сон? Мы очень огорчены по поводу преждевременного ухода из программы нашего самого любимого ведущего. Альферштейна. Нет. Альфредо. Нет. Альфонсо. Адика. Нет, Альфа родимая. Точно. Да попрощаемся же с ним. Да. Давай, Дима. Пока. Пока, Пэл. Я смотрю, время нашей передачи подошло к концу. Так что пришло время прощаться. Да. Пока. До новых встреч. Sure. I try to concentrate, my mind wants to explore.